продукты, медикаменты, письма с пожеланиями от родственников, а еще теплые вещи, печки, которые так необходимы военнослужащим в зимний период. Вадим отправляется в зону прохождения спецоперации впервые и хочет лично пообщаться с нашими бойцами. Ребята написали письма, вещи от близких, от родных. Так что то, что, я думаю, будет ребятам очень приятно получить в этот день. Жители со всего округа помогли в сборе необходимой помощи, которую обязательно доставят прямо в воинскую часть. Воинская часть, кому прям кому адрес? Позывные с телефоном, прям да будет доставлено для человека, чтобы от родственников. В каждой машине порядка 500 килограмм. Только с Москвы сегодня уезжает 50 машин. Ну вот, соответственно, более 15 тонн. Колонна из 20 машин отправилась из Одинцова в Донбасс, чтобы поддержать наших солдат и поздравить их с Днем защитника Отечества. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».